военной техники под открытым небом на Симферопольском шоссе пополняется выставочными экспонатами. На этой неделе рядом с самолетом Су-27 на бетонный постамент установили БТР-70. А буквально вчера ночью свое место в экспозиции заняла пушка. БТР на трале прибыл из станицы Кущевской, где машина находилась на демилитаризации, оборудование и боекомплект сняли, полностью сохранив внешние детали корпуса. А из Новочеркасска привезли еще один экспонат – 85-миллиметровую пушку. Напомним, неделю ранее из Крымска прибыл разобранный на части планер самолета Су-27. В сборе оказали помощь специалисты крымской авиабазы. До конца недели на корпусе освежат покрытие и к празднику 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков боевая единица предстанет во всей красе. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39-й канал.